Мы на космическом корабле, как странно. Да прибудет твоя с тобой сила! Да, как этот там? Дарт Вейдер. Джедай. Так, окей, лазерный меч. Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и у нас снова Джейсон. Джейсон в пятницу 13-й. Киллер Пазл. Такая вот головоломочка. Вот, продолжаем проходить, и у нас эпизод с вами «Жестокое будущее. Зло встает с колен». Я так понимаю, нашего Джейсона занесет на этот раз куда-то в космос, что ли, на какой-то корабль. Окей, давай, играть. Выбираем, у нас должен образ Джейсона новый открыться. Новый Джейсон, новые технологии в деле. Он стал быстрее, сильнее, хитрее и продвинутее. Это типа, знаешь, этого, как его, Джейсон X, знаешь, такой был, да? Фильм, по-моему, есть Джейсон X, там, где он там уже как киборг, что ли, или хрен знает. Если честно, я, по-моему, смотрел его очень давно и уже точно не помню, про что, что там. Вот. Ну окей, ладно, давай, приступим. Будущее далеко от Земли. Процедура прервана, восстановление искусственных клеток завершено. Процедура прервана, восстановление искусственных клеток завершено. Будет убивать своим кулаком железным. О, нифига, он прям джедай. О боже, мы на космическом корабле, как странно. Да прибудет твоя с тобой сила! Да, как этот там? Дарт Вейдер. Джедай. Так, окей, лазерный меч. Ну, в принципе, смотри. Если я сюда... Это что, телепорт? А, это телепорт, ё-моё. Точняк. Ха, окей. Допустим. Так. Ага. Вот так. Он просто расплавил. Нет, тебе прикольно. Прикольно замутили с этими телепортами. На лампам-пам. О, кстати, сейчас 22 уровень будет у нас. Окей, спасибо вам. Да. 22 уровень получен. Так, и что-то у нас новое откроется из оружия. Давай коробочку ломаем. Опа! Бронзовый класс. Копье. Копье? Копья у нас еще не было, по-моему, да. Щит был. Мне понравилось пока меч вот этот. Походим с ним еще. А у этих телепортах определенно что-то есть, правда, Джейсон? Они такие футуристические. Ну, типа того, да. Так, здесь они могут убежать. Значит, что мне делать? Мне надо... Так, так, так. Ага, вот этого я убью, вот этот убежит. Я понял. Блин, он, видишь, он перескакивает. Он перескакивает. А, погоди. Так. О! Я понял. Минус один. Ну вот это я говорю, я этого напугаю, он убежит вон туда. Ну, уфу, не фу, напугаю. Убью, а вот этот убежит на выход. Что-то надо, короче. Как-то замутить так. Погоди. Нет. Здесь я вниз, короче, да, убегаю. Блин. Надо, короче, как-то попасть в этот телепорт, чтобы я вот сюда вот выбежал прям к нему на лицо. На лицо. Так, ладно. Не, я походу, короче, сделал что-то не то вот с этим. Я так полагаю.
Погоди. Вот так вот. Ломаем. Теперь вот этого убиваем. Да. Оббегаем, короче. Погоди. Так, вот так, вот так. Да, вот. Убиваем вот этого теперь. Вот это у нас боится. Все. Все. Вот и все. Воткнул просто в голову лазерный меч. Как такое возможно? Окей. Неоновый свет. Погнали. Так, электрические стены. Выключатель, рубильник. Два холодильника. Погодь, погодь, погодь. Вот этот холодильник по любасу. Надо. Теперь вот этого. Так, так. Хорошо. Теперь вот это убиваем. О, выключаем. Так, так, так. Ага. А, мне теперь не выбраться, смотри. Твою мать. А мне теперь не выбраться, да? Ха-ха-ха-ха. Окей, ладно, я понял. Вот этого тогда не трогаем. Раз, два, три. Убили. А, и ничего не поменялось, погоди. Может, его напугать надо? Типа вот так. Потом еще раз вот так. А потом, 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 потом. Потом суп с котом у нас идет. Так, погоди. Так. Может быть. Как вариант. Ха. Ха. Я просто видел такие глаза, глаза у него. Так, окей. Хорошо. На тебе. Минус башка. Минус башка. Отлично. Отлично. Так, давай-ка... Ой, продолжить. Так, давай-ка выберем, что у нас... этот, копье там было. Копье. Телепорты. Так, напугал. Так, так, так. Так, так. Напугал в огонь. Ноу! Ноу! Так. Ноу! Погоди. Нужно сделать так. Нужно сделать так. Так, нет. Надо напугать его как-то. Хотя, можно и не пугать, наверное. Погоди, сейчас, сейчас, сейчас я разработаю план. Так. Здесь у нас последний. А, нет. Нет, 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 нет. Оп. Мне не выбраться, короче. Да. Я буду по кругу, короче, бегать, и мне не выбраться. Мне надо, короче, как-то... Погоди. Вот этого, наверное.
загнать, чтобы... Как бы сделать-то так? Так. Ладно, напугал. Нет. Это я по кругу начинаю бегать тут. Нет, ну это дичь какая-то. Я пугаю, он, короче, загорает. Теперь этот, короче, боится. Надо его как-то либо его загнать. Гади, может его как-то загнать в этот телепорт? Наверное. Да нет, это какой-то бред. Какой-то бред, я что-то не понимаю, ни черта. Да нет. Мне вот надо как-то вот сюда вот попасть. Короче, ладно, давай-ка мы маму подсказку. Да блин, почему я все туда-то нажимаю? Так, окей, давай, мне решение. Погнали. Раз, два, три. Ну, правильно делал. Так. Правильно. Я говорю, что-то вот с этим, со вторым надо что-то мутить, короче. Надо. Так, так. А, ё-моё. Я говорю, его видишь, надо в этот. Все понятно. Говорю, в телепорт надо его, короче, заманить. Все правильно. Мы шли не-то правильно, а вот как это осуществить, вот. Так, ладно. Значит, делаем так. Делаем. Как я там? Вот так. Раз, напугал. Сюда, сюда, сюда пугаем. Убил. Вот этого раз. Так, вот так, вот так. Так, вот так. Так, так. Вот. Так. Теперь сюда. Он бежит в телепорт. Все, хорошо. Да, все, добил. Давай, протыкай. Окей. Всем глотки, короче. Всем глотки. Копьем проткнул. Опа, опять эти спецназовцы. Мать их. Мать их спецназов. Так, давай, копье вот это сюда, копье вот сюда. Сделаем сейчас себе какое-нибудь оружие еще новенькое. Новенькое. Да ладно, электродрель, ты че, блин? Электродрель у нас уже была, неинтересно. Что-нибудь новое, давай. Интересно, зависит. Золотой какой-то. Золотой тоже нет. Вот не топор вообще. По кайфу. И световой меч. Давай дверь от машины, вот это еще. О, садовый гном. Такого не было. Садовым гномом мы еще не били. Погнали. Так. Что теперь? Здесь полицейские. Два штуки. Два штука. Ой, ё. А чё он взорвал? А, там мины. Там сзади мины, смотри.
Так, допустим. Погоди. Я сюда попаду, меня полицейский убьет. А как мне? Мне по-другому никак, смотри. Раз. Стопули. Так. 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 Угу. Отвернулся. Вот это другой уже разговор. Хорошо. Так. Зачем я это сделал? Так, погоди. Вот убил. Сюда, 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 сюда. Напугал, взорвал. Хорошо. Так. Блин, а теперь опять не вылезти. Не то опять сделал. Так, ладно. Допустим. А, во. Раз. Два. Теперь другое, другое дело. Вот этого теперь взрываем. Так вот, так вот. Опа, отвернулся. Опа. Ха! Я на мину взорвусь. Я взорвусь. Тогда я взорвусь. Так, а как мне вот с этой тогда быть? Стопэ. Как мне ее? Ха, вот это интересный вопрос уже. Погоди, а может того не взрывать? Этого не взрывать, так вот. Ха, интересно, девки пляшут. По три штуки прямо в ряд. Не, ну и здесь я взрываюсь. Непонятно. Да блин, опять сюда нажал. Непонятно. Так, ладно. Давай-ка. Так, напугал. Напугал. Позвонил. Хорошо. Убил. Ну, все правильно делаю. Все правильно делал. Взорвал. Так, допустим. Убил. Так, хорошо. Позвонил. Так, так, так. Ну, примерно я все то же самое сделал, только... Ну, немножко в другом порядке, но все то же самое. Да блин, а что, заново, что ли? Ты что, прикалываешься? Так, хорошо. Лоп. Лоп. Ну, без разницы, можно и так вот сразу убить. Напугал, взорвалось. Так, хорошо, вот так, так. Так, 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 так. Все, напугал. Короче, я почти разгадал. Как он гномом разрезал напополам чувака, чувиху. Так, 23 уровень, хорошо. Хорошо. Новое оружие давай. Думаю, должно что-то быть нормально. О, так, таран. Тарана еще не было. Тубаретка, понятно, была. Тубаретка, это неинтересно. Погнали. Свет выключать, тут всякие телепорты. А это что за CD-телепорт, смотри, какой-то непонятный. Ладно, допустим. Что это такое? А чем он отличается? Так, тараном хорошо. А чем отличается вот этот вот телепорт?
Так, понятно. Фриз полис, он сказал. Да, то же самое. Так, ладно. Клоп. Убил. Теперь я выключу свет. Интересно, а будет работать? Будет ли работать телепорты? Так. Блин, что-то как это замут непонятный, погоди. Я если вот этого убиваю, вот этот побежит сюда. А, но он не сп... А, он не видит. Ёкалэмэнэ, точно. Так. Теперь на мину. Все. Все проще парина репы, короче. Главное подумать. Погнали. Так, электрическая забор. Опять можно свет вырубить. Угу. Угу. Тут у нас полицейский. Это я выключу свет, да? Потом включу свет. К примеру, так. Погоди. Так. Замочил. Так. Оу, погоди. Свет же. Стопэ. Убил. Ну того-то как. Так. Возвращаемся вот этого. Блин, он мне нужен будет. Я почему-то не так все думал. Хорошо. Включаем свет. Так. Погоди, мне вот этого надо напугать. А. Все, понял. Разобрался. Напугал. Я говорю, вот здесь вот чувак нужен. Он нужен, короче. Так, погоди. Надо как-то... выбраться отсюда. Или полицейского не трогать. Стоп. Так, вот этого убьем. Здесь включим. Так. Испугал. А, хорошо, все, вот это так вот испугал. Теперь. Так. Наверное, да?
А нет, все, погоди. Да он полицейского вообще не трогаем. Или... Все, отлично. Вот так вот. Того полицейского вообще не надо было трогать, получается. Окей. Так. Снова мины, снова целая куча мин.